Как решить задачу за одну минуту? Давайте проверим, но не забудьте поставить колокольчик и подписаться на наш канал. Наша задача. Вычислите массу соли, полученной при реакции 19,6 грамм серной кислоты с гидроксидом бария. Итак, поехали. Первым делом записываем дано. Дана у нас масса серной кислоты 19,6 грамм. Мы не знаем пока, что спрашивается, пока не напишем уравнение реакции. И реагирует у нас серная кислота с гидроксидом бария. Получается барий СО4, который мы ставим вопрос. Далее подчеркиваем то, что спрашивается это барий СО4 и то, почем спрашивается это H2 СО4. Теперь делаем пропорцию. Под H2 СО4 ставим 1 моль, под барий СО4 тоже 1 моль. Над барий СО4 мы его ищем, ставим X моль. Что-то надо поставить над H2 СО4 и для этого мы находим его химическое количество. Сначала находим молярную массу из таблицы Менделеева и все наши данные подставляем в формулу. Получается 0,2 моль, который мы ставим на H2 SO4. Теперь решаем пропорцию. 0,2 умножить на 1 делить на 1, x будет равняться 0,2 моль. Мы это нашли, чтобы найти массу бария SO4 по формуле. Молярную массу находим из таблицы Менделеева и все подставляем в нашу формулу. Получается ответ 46,6 грамм. Не нужно быть гением, чтобы решить задачу за одну минуту. Нужно просто потренироваться и решить их побольше. И тогда вы будете уже просто представлять в уме, как и что делать. И будете даже быстрее решать. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!